Видео подготовлено сайтом онлайн gdz.net. Страница 68, упражнение номер 5. Рассмотри рисунок и скажи, во сколько раз бабочек меньше, чем стрекоз? Бабочек у нас 2, а стрекоз у нас 6. Чтобы узнать, во сколько раз бабочек меньше, чем стрекоз, нужно большее число 6 разделить на меньшее число 2. Получится 3. Ответ. Бабочек меньше, чем стрекоз, в 3 раза. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях.